Месяцы онлайн-репетиций и затворнический образ жизни. Артисты Государственного симфонического оркестра начали постепенно выходить из режима обязательной самоизоляции. На первых репетициях вживую побывала наша съемочная группа. Мы застали на сцене только виолончелистов. Во время пандемии музыкантов распределяют по инструментам и по времени, чтобы избежать массового скопления людей в одном помещении. Сейчас оркестр готовится к важному событию. В этом году исполняется 250 лет со дня рождения Бетховена. Когда мы вышли из карантина, мы записали, вот у нас совсем недавно была запись, мы сделали запись 4 и 8 симфонии Бетховена, вот, и уже в пятницу у нас будет 3 и 6 симфонии Бетховена, и потом 7 числа мы записываем 3 крупнейшие увертюры. По нормам безопасности пока что нельзя устраивать концерты в залах, но есть другой выход – выступление на уличных сценах. Особенно это актуально в теплое время года. Вы знаете, что мы давно продвигали музыку open-air на открытом воздухе, потому что это популярная форма, работает во всем мире. Насладиться любимой музыкой в исполнении наших артистов можно будет на концертной площадке возле усадьбы Ульяновых. Первое выступление запланировано на начало августа. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов, новости Улправда ТВ.